Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я тут с вами решил сыграть в игрушку под названием Spawn Armageddon. Да, это игра про супергероя того самого. Но это игра не по фильму. Это игра просто по комиксу. Игра, ну, естественно, я играю первый раз, поэтому на изи будем играть. Эта игра мне достаточно понравилась, я должен сказать. Я тут проверял, играл. Нормальная такая игрушка. Старенькая. 3-го года. Я играю на PlayStation 2, на эмуляторе. My only memory is the burning of flesh. So vividly. Потому что на компьютере она не выходила. Regret and hatred are all I am made of now. Yet I can remember. Love. Wonder. A love that haunts me. Love that no longer exists. A love that was taken from me by the Prince of Hell. Malvolga! I made a deal. I sealed my fate whole for the love of my wife. Forced by all things evil to join with two miserable companions of misfortune. Wanda! Так, ну что, сейчас начнется, походу, первая миссия. Да, вот такая там графика. Ну, в принципе, я на графику не смотрю так-то. Come on, what are you doing here? Did you see the beam that just struck Central Park? I saw it. What was it? Surely a herald of things to come. Not exactly sure what it was, but it can't be good. A herald of things to come? What are you saying? I have a feeling that you're about to get involved in something that may overwhelm you. Whatever that beam was, I can handle it. Now, if you don't have anything helpful to say... Вот, начали мы играть. Сейчас будет у нас просто экшен. Насколько я понимаю, типа жизнь. Тут, конечно, все на английском, но суть я более-менее понимаю, что тут написано. Так. А это какая-то контрольная точка, что ли? Так, летать умеем. Жизнь. Тут все на жизнь похоже красным. Что? Синее. Соу. Что-то там. Вот, враги наши. Так, кружок. Видите, экшен пошел. Пошел просто экшен. Убили своего врага первого типа. Вот еще так, и треугольник, еще там что-то.
дракона. Молодец. Один. Извиняйте. Так надо было. Ну, можно, конечно, было и по-другому сделать. Я это не сделал так. Не получилось у меня. Вау. Можно еще вот так в определенных моментах делать. Хотя они тоже достаточно такие сильные. Заблючил, что ли?
Следующую миссию. Подожди, я что, ту же самую, что ли, открыл? Показалось просто. Вот, можно разрушать все. Аптечки, патроны. Как там это? Я забыл, как это зацепляться как. Что мне там сбил, блин? Гребаная подсказка, а?
Так как цепляться тебе за грудь? А, ну-ка. Подожди, как это делается? Я же как-то цеплялся, помню. Вот только что. Да ёперный театр, а. Ну, тут ты что делаешь? Давай. Ты что, идиот, что ли? Смотри куда. Да ёперный театр. Да. Так, всё. Не заставляй меня. Не заставляй меня. Это нервничать. Так. Как цепляться-то? Вы мне скажите, как? Мне тогда не цепился. Вот и все. Тут мне мозги делают. Так, блин, стоп. А дальше куда? Да, конечно, да. Надо было сначала туда же зацепиться, да? Ай, господи. Я же зацепился как-то. Чё ты мне? Опять мозги. Да, именно этого я тебя и ждал. Ну ты чё, а?
я тупой, а? Тут это я не знаю. Он не хочет зацепляться просто. Серьезно, ты что за маразм? Как цепляться-то? Подожди, стой. Надо мне запомнить, как цепляться, а то я так не смогу эту игру вообще пройти. Ага. Ну вот я так и зацепился же. Что ли посмотреть? Ну да, да. Да твою мать, а? Чё за игры пошли, а? Ребят, продолжаем. В общем, я тут запрыгнул. Я теперь понял, как у нас сделать. Я запрыгнул, короче. И продолжаем дальше. Так, у нас тут. Что вообще? Ну ни хрена себе. А, это. Мини-босс просто. Что за... Громковато,
блин. Опять по стенам лазить. Тут я так и не пойму, что это вот такое-то. Похоже на какой-то чекпоинт, но это такое не совсем чекпоинт. Где вообще?
нее. Ну ты что делаешь-то? Тихо. Да. Не люблю такие моменты, честно, не люблю. Да, блин, стой, говорю. Так, вот это уже мне не очень нравится. Есть. Так, да.
прыгну оттуда, вон, смотрите. О, да, прыгнул. И чё, куда дальше? Да ёперный театр. Принц Персии, чё? Shit!
катер, а? Стой! Стой, говорю!
да, да, конечно, да. Серьезно, а как это должно запрыгнуть? Так это точно не получится. Херня-то! Ты прыгать будешь, нет? Вот отсюда получится, но он туда не допрыгнет. Yeah!
надо туда еще пойти. Так, секунду. Ну да, 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 конечно. Да, 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 конечно. В двух шагах он прыгнул немножко. Блин, что ж ты будешь делать-то? Неужели так? Вот это... Так, надо... Хотя там есть, конечно, было... The presence I felt, it's close. I don't know. It seems familiar. What the hell are you up to, Violator? I thought I'd warn you to keep away from my city. Things change, Bonnie. Our master will have need of his general before long. Be my guest. I want nothing to do with him anyway. Damn you, Spawn! You've pissed me off one too many times. Prepare for oblivion. Thank you.
It was easy. You're my bitch. You're making jokes now. The world really is going to hell. Okay, Violator. You know something I don't, and I don't like that. Tell me what's going on here. Jason went up to this time. О, все. Сливка. Давайте посмотрим, что там дальше, и на этот раз уже закончим. Локация, в общем, в следующей серии продолжим. Всем спасибо, ребят, большое за просмотр. Всем удачи, всем добра и всем пока-пока. До скорых встреч. Всем пока-пока.